Уважаемые депутаты, наши чемпионы, я второй раз уже поздравляю, на самом деле, с большим удовольствием пригласил принять участие, есть чем погордиться, и конкурс настолько вот такой жесткий, и выдержать среди профессионалов такое жесткое испытание, и вообще набраться сил и мужества, подать документы, принять участие, это уже испытание, это достойно. Выдержали, Татьяна Валерьевна, еще похвалюсь и поделюсь, участвовала от города Назарово представительной делегации, когда были торжественные собрания, посвященные 200-летию Енисейской губернии. Она город представляла состав, я думаю, что мы потом это поддержим и в последующем уже будем заявлять победителям и участникам конкурса, что будет вот как раз символически это попадает под подведение итогов, конкурс чуть раньше, краевые итоги чуть позже. Не обязательно будем ждать 300-летний юбилей Енисейской губернии. Будут другие еще возможности. И, уважаемые коллеги, я хочу с этим поделиться. Буквально сегодня у нас в повестке дня мы рассматриваем проект бюджета. Я уверен, что мы его рассмотрим поспорим и мы примем. И с Ольгой Владимировной мы уже обсуждали и нашли понимание. Педагогам мы об этом озвучили, что требуется существенная поддержка. Этот конкурс должен войти последующие проекты нашего бюджета и найти такую поддержку в виде материальной мотивации. Нет возражений, мы отдельно этот проект подготовим, вынесем, но тем не менее надо публично об этом заявить, поддержать, это того стоит, и наряду с букетами и подарками, я думаю, что следующие участники будут уже получать. Спасибо вам огромное, встречайте. У нас немного тесно. Спасибо вам огромное всем коллегам, кто принимал участие.